мои дорогие зрители. Я очень рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Мария, и сегодня я хочу с вами немножко просто пообщаться, поздороваться. Последние дни, или можно уже сказать, прошло неделя или больше, меня не было на канале. На то была причина, я просто заболела. Да. Заболела, простуда была просто, и все. Ну и понятно, что в таком состоянии, какие съемки, да, и вроде бы, думаю, хотела сделать э, руки в кадре, что-то заснять, но этого было делать просто нет смысла, невозможно, потому что нос был забит, <laughs> через нос дышать не могла, и разговаривать тоже было неприятно слушать, да, были бы съемки какие-то, не туда и не сюда. Хотела заснять общий обзор на худи Зайка Бакс По вашим просьбам обязательно сделаю, девочки. Вы меня попросили, Мария. Многие писали. Я поднимаю даже две руки за, за мастер-класс. Но хочу сказать вам, друзья, что мастер-класса ни попетельного, ни поэтапного не будет. Это будет просто чисто объяснялочка. Как всегда, как и в общем у меня такие мастер-классы, это объяснялки на листочке, напишу просто параметры, сколько петель набирала, сколько пряжи ушло, каким инструментом вязала и так далее. Я также оставлю вам ссылки на помпон, как делать помпон. Хотя помпон я тоже делала, если я эту съемку не удалила случайно. То вставлю, как сделала помпон, и также оставлю вам ссылку на ушки, потому что у меня сейчас нету времени и возможности снимать мастер-класс полностью по вот так вывязывать ушко на камеру. Я тоже пользовалась мастер-классом, э, я оставлю вам ссылку, где и эта женщина очень-очень понятно объясняет, как связать такие ушки. Ну. Я вам просто дам параметры размера э, моих, да, э, значит, э, ушек, <laughs> не моих ушек, а ушек моего э, худи. Итак, друзья, это что касается худи Бакс Бани, который участвовал в конкурсе под названием «Свяжем вместе позитив». Это было мое позитивное, веселое изделие. Кто еще не в курсе, о каком конкурсе идет речь, я приглашаю вас перейти по ссылочке, которую я оставлю в этом видео в инфобоксе. И вы можете просмотреть все 5 или сколько там, 4 частей выходила у нас 10 блогеров на каналах можете посмотреть ознакомиться будет вам я уверена будет очень интересно ну а теперь друзья мне до чего я до чего соскучилась по каналу уже начала нервничать всем своим домашним говорю у меня не выходит видео я хочу наконец-то посвятить время съемкам поделиться своими поделиться со своими любимыми рукодельницами, зрительницами своими процессами, своими планами, а планов, друзья, столько много. Хотя я болела и, э, ну, чувство, да, когда мы болеем же, у нас э, вроде бы время и не знаешь, что делать в таком состоянии, горы перевернуть и не можешь, и поэтому я в это время все равно немножко вязала. И пока я вязала, я размышляла уже о будущих планах, что я хочу связать. У меня просто были взрывы в голове, взрывы идей. Идей много, я не знала, с какого процесса же начать, за что взяться. У меня часто в моем рабочем углу такой организованный хаос, можно сказать коробки стоят открыты. Вот у меня внизу, вы знаете, коробки с пряжей, наши фанере, чемоданы с пряжей. И вот когда я разрабатываю какие-то процессы, и у меня какая-то идея, я просто все вытаскиваю, у меня все в полуоткрытом состоянии, я начинаю... Просто вот эту идею, которая у меня загорелась, она должна осуществиться. Я начинаю искать пряжу. В первую очередь я стараюсь использовать пряжу из запасов. Это всегда у меня уже так, потому что как-то хочется извязывать запасы. Последнее время, хотя я прикупилась нормально я с вами каждый раз делилась когда покупала новую пряжу и сейчас я думаю хватит пока что и хочу извязывать все таки использовать пряжу которую накупила бюджетная эта пряжа или все таки стоит подороже да? разных типажей пряжи я приобрела последнее время в том числе и насочное ручного окрашивания пряжа. Кстати, покупала я ее у Алены в магазине, магазин Абель Нетволя. Ставлю вам также ссылку, друзья. Последнее время я понавадилась у Алены покупать в магазине пряжу, и поэтому каждый раз делилась с вами. В общем, да. вот такие у меня дела, взрывы в голове. Идеи просто, ну столько идей хочется с вами делиться, но я решила, что сделаю это шаг за шагом. На самом деле, я вам часто уже говорила, что я немного процессница, а больше всего я как бы сосредотачиваюсь всегда на один процесс. Но иногда это просто не получается. Если я хочу обязательно испробовать и... Осуществить идею, которая у меня зависла в голове, я должна сразу что-то начать. Вот бросаю процесс, который у меня актуальный, и начинаю что-то новое. Ну, и я не уверена, будет ли это дальнейшим процессом. Я просто пробую, начинаю что-то пробовать, экспериментировать. И в итоге, если меня удовлетворяет, как ложится пряжа, как ложится узор, подходит ли это к моей картине в голове, которую я себе нарисовала, тогда этот процесс уже начинает, ну берет свои первые шаги, зарождается, то есть, да, я набираю, рассчитываю петли, иногда рассчитываю это просто, ну, как по опыту, не наугад, а способом просто набрал петли и примерил. Это часто делаю я, когда вяжу крючком, конечно. Если я вяжу спицами, то я, конечно, пользуюсь сантиметровую ленту. Так вот, друзья, процессы зародились. Выходит, в, этом, в этот период, пока я вот приболела, я оказалась многопроцессницей. Вот что со мной случилось. Трансформировалась я в многопроцессницу. Помимо того, что у меня да, заканчивается вязаться пальто под названием АК. Я вам говорила и показывала, что вяжу пальто из буклированной пряжи, пряжа букле. И я вяжу его по платному описанию. Где я его покупала, оставлю ссылку также в инфобоксе. В первом видео, где я вам показывала, что вяжу это пальто, есть одно видео, многие уже его просмотрели. Там я также оставила ссылку для жителей России. И также ссылочка есть для других стран, потому что для других стран там э, метод оплаты немного другой. Да? Там можно оплатить MasterCard, Visa, PayPal и так далее. Вот. А для жителей России, конечно, действуют э, другие методы там наверное попроще но в любом случае вот я живу в германии у меня получилось спокойно купить этот мастер класс так что не переживайте кому интересно мастер класс я заплатила сколько 13 долларов стояла там в евро 13 ну, с копейками и 13 с долларами, что-то, какие-то там, ну, совсем маленькая разница. Я там курс точно не знаю, евро и доллар. Ну, в общем, друзья, также хочу вам рассказать, что купила еще один мастер-класс у этого мастера. Это сумочка, хотя я такую сумку уже вязала без мастер-класса крючком. Это такая сумочка-кляч с фермуаром, но почему-то мне захотелось купить описание и прям посмотреть, как свяжется такая сумка с спицами. И мне понравилось, да, описание у этой женщины, и поэтому. Я купила также себе описание на сумочку обязательно придет время я вам обязательно покажу и как начну вязать итак друзья первый процесс это уже можно сказать такой главный процесс который у меня начал вязаться до ведения до проведения конкурса во время конкурса я отложила все свои процессы все свои хотелки желания и сказала мария тебе нужно успеть связать худи ну то есть мою задумку да у нас было практически три недели на это для меня связать плечевое изделие э, и при этом делать съемки, ну, мне было, я не хочу жаловаться или говорить, у меня не было маленьких детей, но у всех свои жизненные обстоятельства, да, работа, дом и поэтому э, квартира, домашние дела, и поэтому мне нужно было каждое свободное время выкраивать на вязание. Этого изделия, чтобы за закончить и успеть. Поэтому все остальные процессы у меня лежали, но сейчас я могу вздохнуть, конкурс закончился, я все успела, и теперь можно сосредоточиться на свои процессы. Я постоянно смотрю на полки, потому что мои все процессы уже полуначатые, и которые я хочу начать они лежат на полочках, друзья. Знаете, давайте я, наверное, сейчас поверну камеру и покажу вам одну готовую работу. Одна готовая работа у меня есть. Это... А рубашка или кофточка, я не знаю. Нет, кофточка это, наверное, которая на пуговицах, да. А, но она бо больше похожа на футболку. Эта работа вяза началась у меня вязаться до ви до конкурса. А, мой полосатик. И я скажу, впервые у меня связалось полосатое изделие, друзья. Я вот ловлю себя сейчас на мысли, что первое полосатое изделие у меня связалось. Или почему-то в моем гардеробе полосатых изделий немного. У меня есть одна полосатая рубашка. Но вот из вязаных изделий у меня совсем нет полосатых изделий. Хотя стоп. Нет, у меня есть джемпер двухцветный, но там не полоска, он двухцветный. Да, нет, все правильно, чтобы не соврать. Итак, друзья, у меня связался полосатик. Это футболка, можно так сказать, да, не футболка полу, потому что там не воротник, а просто воротник стоечка. Получилась симпатичная футболка, я ее просто обожаю. Она точно получилась так, как я ее представляла. Связана она из полухлопка, ну там смесь. Я вам все покажу покажу пряжу, готовое изделие, но, к сожалению, фотографии у меня сейчас на сегодняшний момент нету. Как я уже говорила: вам: да, я довязывала это изделие пока болела, довязала это изделие. И, конечно, надо сделать нормальные фотографии, фотосессию провести и обязательно поделюсь с вами. Да, у меня связалась футболка. Начался, помимо, зарожден был процесс из Ализе Ангора Голд сиреневого, нежного цвета. Это просто так, я балуюсь, увидела на Инстаграм такую прекрасную воздушную блузку, и мне вот просто загорелось, тоже хочу такую. Там узор просто простой-простой, и модель тоже очень простая, поэтому, когда я хочу просто переключиться от спиц и пряжи букле на крючок, то я вяжу сейчас именно крючком это изделие. У меня всегда так, параллельно от спиц, если я параллельно вяжу, то это крючок в большинстве, чтобы просто менять да, работу. Так вот, друзья, сейчас мы перейдем к столу. Я покажу вам готовую работу вот так просто э, в таком состоянии, как она, ну в, в лежачем состоянии, а уже в следующем видео, в последующих видео постараюсь с вами поделиться фотографиями. Также раз уже пообещала, друзья, то выйдет обязательно описание по э, худи зайка. Потом у меня уже созревает готовая работа, это пальто АК, я его сейчас не буду разворачивать, оно сложено на полке у меня, очень огромное получается, мягкое, просто хочется укутаться и уснуть в этом пальто, друзья, пряжа с ароматом шерсти я обожаю когда шерсть прям издает аромат ну овечьей шерсти да это запах чувствуется и в общей да. сложности у меня друзья сейчас чтобы не ошибиться скажу вам один два три ну в общей сложности у меня три процесса два рабочих так, подождите, да, два, один, два, два, нет, у меня три процесса. Это пальто, это ангора uh, год из Ализе, значит, от Ализе, крючковая работа и также у меня. Есть еще одна работа, но я ее покажу вам в следующий раз, иначе будет слишком много за раз да, информации. Хочется посвятить видео отдельно одному процессу и поближе рассмотреть, поговорить, рассказать о пряже, об узоре и так далее, друзья. И э, у меня намечается также связать э, на лето себе сумку, так что один аксессуар будет это будет сумка такая. А, не маленькая, немного побольше, куда можно положить, и, возможно, маленькое полотенце, воду, ну, воз, такого типа, как пляжная, а может и выходная, что-то между этими двумя да, типажами. Вот такие у меня дела, вот такие новости. Итак, друзья, вот э, пальто, о котором я вам говорила. И вот такая массивная работа. Это уже здесь э, у меня вывязывается практически сейчас вот так, наверное, сделаю, да, длина. Мне нужно осталось вывязать длину мне нужную. Она будет примерно до ну, немного ниже коленок. Вот пальто. Вот у меня пряжа, надеюсь хватит, ну думаю хватит, и если у меня останется достаточно, то из этой пряжи у меня уже есть а, также планы на эту пряжу. Так что вот такие у меня продвижения по пальто, друзья. А, перехожу далее. Здесь коротко вам покажу. У меня также разрабатывается план на сумочку. Что и как все вам покажу. Пряжа у меня от Abelnit, Воле. и что это за пряжа. Друзья, у меня в запасах была вот такая пряжа, двух моточков по 150 грамм. Здесь 80 грамм лен, 20 80 грамм 80 процентов лен и... 20 процентов хлопок в 150 грамм но метраж не стоит сколько здесь метраж на 100 метров ну ниточка тоненькая и грубая я вообще-то ее купила но думала свяжу как бы плечевое изделие или что-то на лето да там футболочку Никогда еще с таким типом пряжи, где очень много льна, не работала. Потом связала образец. Вот образец в два 2, 2 сложения и уже постирала крючком. Видите, получился дырчатый. Крючком номер три вязала и вот такая вот фактура получается. А что хотела понять? Хотела понять, будет ли она после стирки еще такой же жесткой? Она немного смягчилась, немного смягчилась, но все-таки она держит вот форму, хотя это маленький, да, образец, чтобы понять. То есть для сумки, которую я задумала вязать, мне нужно, чтобы немного была пряжа именно грубоватой, типа как Рафия что ли, но понежнее, и у меня вот мысль такая, думаю, раз рафии у меня нет, почему бы не с, именно из этой пряжи, я ее возьму в 4 сложения, в подмот у меня будет идти вот такая вот эм, шнурковая пряжа, у меня есть в запасах несколько вот таких катушек. Я ее покупала в стране Тунис, когда мы ездили в отпуск. И вот такая пряжа у меня в запасе есть. Из такой пряжи я вязала сумочку своей сестренке в подарок. Видео есть на моем канале, как впервые я вязала сумочку в подарок с, с, ферму, с фермуаром. Да? Там такая маленькая мини сумочка получилась очень нежная, эффектная. И подарок удался на славу. Вот, друзья, вот это моя задумка связать сумку на лето. Какой она будет и какие ручки будут. Немного оставлю это интригой. Да? Ну, почему интригой? Потому что хочу что-то попробовать сначала. А если получится, все увидите, узнаете в свое время. В любом случае, на эту пряжу у меня планы связать сумку. Вот. Это процесс, который уже ну, ждет своего старта. Он 100% будет. Так, здесь пониже Лежит зайка Худи и ждет свою обладательницу. Моя племянница уже ждет, не дождется. Я ей сказала, Джейми, пожалуйста, потерпи немного. Я прибы... ну, болела, теперь выздоровела. Сниму, сниму описание, чтобы вам еще раз наглядно показать все. И уже потом она получит это изделие. У нее еще время есть его носить и на следующий год, и осенью, и сейчас еще прохладно. Она еще наносится. Еще у нее будет времени его поносить и порадоваться. Так, друзья, это что касается тех процессов. Здесь процесс, которая готовая работа. Здесь процесс изолизе но о нем я вам также расскажу попозже в следующем влоге пока что отложу но вот вы уже видите да, что здесь просто обыкновенная такая вязка столбики с накидом за заднюю стенку и поворотное вязание идет туда обратно в сторис инстаграм я тоже немножко там вставляла процесс видео как вяжется и что и как в общем это ну, пока не стоит рассказывать, потому что я показывать тут, что у меня получается. Это плечевое изделие будет, но о нем попозже, когда уже что-то конкретно получится, друзья. Хочу уделить более максимально время каждому процессу, поэтому все на кучу сейчас не хочу в один казан, да, как говорится там дам, а вот само и готовое изделие, друзья. До чего она мне нравится. Вот как легла пряжа, как лег узор, как это все вместе выглядит. Очень-очень мне нравится модель. Обязательно покажу вам, как это выглядит и сидит на мне, когда появится возможность. В общем, решила я обработать э, горловину именно вот такой обвязкой крючком. Э, как вы видите, здесь рельефные столбики. Вот они, рельефные резинка один на один крючком. Рельефные столбики. Что в этой модели особенного? Ну, ничего здесь особенного, то есть сложности, да, нет. Единственное, что здесь нужно выполнить, скос плеча, друзья. Так как проймы здесь прямые, но здесь присутствует скос плеча. И это очень ясно видно по полоскам, которые вот здесь э, идут, да? Вот они полоски, они здесь шире, а здесь уже. То есть здесь я выполнила поворотное вязание и в два оборота, то есть три, поделила на три группы. один 2 и вот третья группа к плечу и поворотным вязанием связала последний ряд предпоследний ряд сделала укороченные ряды тем самым у нас получился такой плавный скос плеча это единственное Такая, возможно, ну, трудность, и то это не трудность, возможно, это только для новичков, да, покажется сложным, но, но для тех, кто уже владеет э, крючком и вяжет, то вы понимаете, что я имею в виду. Так, решила я сделать э, коротенькие рукава, но они мне э, вот вместе, да, с таким э, спущенным плечом и короткий рукав, они как раз достают до локтя длиной затем что еще особенность в этой модели это разрезы вот здесь идут по бокам разрезы спинка длиннее перед короче и именно это тоже такая особенность в этой модели в общем друзья выглядит шикарно Теперь, если у вас будут какие-то вопросы по этой модели и вам понравилась такая модель, то, пожалуйста, оставьте мне в комментариях. Я хочу описание на эту модель. Тогда я составлю описание. Потому что я заметила, что крючком вяжут очень мало кто да, из моей публики. Мне кажется, больше вяжут спицами. И иногда я составляю какие-то описания, снимаю узор, а просмотры на них вообще, ну, очень маленькие. А для меня это очень большое затрачивание времени, которое уходит у меня, да, на съемки, на потом монтаж видео и так далее. Поэтому, друзья, я буду делать описания, но если я увижу, что действительно запрос будет. Вот. Узор, друзья, на канале у меня уже есть. Он очень простой, но все равно я его сняла, потому что были по вашему желанию, были запросы. Я сняла этот узор. Так, вот э, все, что касается этого изделия, друзья. О пряже я вам уже говорила, но могу показать. Вот такую пряжу я покупала в местном магазине. Пряжа бюджетная. Заплатила я за моток 50 грамм 130 метров 1 евро. Да, бывает такое, что из бюджетной пряжи можно тоже связать красоту. Это хлопок, микс. Э, так, ну-ка, 70% хлопок и 30 процентов полиэстер. вот такие обозначения, и такую же пряжу я брала черного цвета вот что осталось у меня от черного цвета. Конечно, я поняла, что на обвязку это мне хватило на перед и спинку, но на обвязку горловины и вывязывание рукава мне черной пряжи не хватило поэтому я взяла в подмод но как вы видите в самом изделии совершенно это незаметно да, что два черных оттенка они прям минимально отличаются друг от друга но это в глаза не бросается я взяла пряжу от drops drops belle у меня есть в запасах также такая пряжа и я решила что горловину и полоски на рукава я взяла, ну, именно вот эту пряжу, потому что другой черной пряжи у меня дома не было, а закончить изделие прям хотелось побыстрее, да, и вот что у меня получилось. Красота, друзья, получилась просто красота. Так, ну что, дорогие рукодельницы, так-так-так, пришлось переключить камеру, было неудобно на столе вас прям мучить так и одной рукой снимать и рассказывать. Я сама, честно говоря, не люблю, когда блогер снимает одной рукой, а другой <laughs> объясняет. Ну, не то, что не люблю, мне так и хочется это. Мне кажется, рука устает, и одной рукой неудобно, а хочется все изделие посмотреть. В общем, ну, вот так, да, бывает. Друзья, извиняюсь за все разговоры за, за моей спиной. Дети дома, я должна срочно заканчивать, делать съемки и все, у нас суббота, вечер, все дома, поэтому нужно заканчивать делать съемки. И я вот быстро-быстро хотела с вами поздороваться, поделиться. Итак, посмотрите, вот так вот выглядит изделие в развернутом виде. Вот такие прекрасные разрезики модные здесь. Но я уже надевала и мерила. Это выглядит на самом деле так классно. Она и в заправочку вот так. И в общем, супер-зупер. Супер-пупер. В общем, пишите мне. Жду вашу обратную связь, мои дорогие, с радостью буду с вами делиться, как могу по мере возможностей, времени и возможности делать съемки. Не всегда у меня получается. Я уверена, я бы почаще делала съемки. Но, друзья, да, не всегда есть покой дома у меня, к сожалению, да. Дети, муж, иногда и погода. Сейчас у нас еще все-таки зима, да, всех же на улицу не выгонишь. Вот. А когда днем, днем, ну, днем не всегда есть время у меня снимать. Вот. Поэтому как бы так. Так что, друзья, я желаю вам всего доброго, жду вашу обратную связь и до следующего включения. С вами была Мария. Всем пока!